Библейский портал экзегет.ру представляет. Здравствуйте. Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас, собственно, к первой главе книги пророка Даниила. Первая глава, как мы уже говорили, предпослана книге, Автором второй ее половины она тоже написана на древнееврейском и э, дает читателю своего рода э, экспозицию приблизительное описание той э, того контекста, в котором дальнейшие рассказы будут помещены. В самом начале автор говорит о эпохе уже от автора, собственно, очень далекой, потому что между временем написания книги и временем, когда разворачивались сюжеты этих историй, ну, около двух столетий. И дальше вот рассказывается о том, что царь-навыходоносор. Вавилонский царь, тот, который разрушил Иерусалим и увел э, иудеев в плен, вот этот самый царь э, выглядит здесь, он не как э, жестокий э, и кровавый завоеватель железной пятой. Э, топчущие народы Ближнего Востока. Ну, а как такой Рахат Лукумыч, сахарный восточный правитель, как будто, у которого как будто и войн особенно никаких не происходит, хотя у реального ходоносора им не было конца. Ну, вот и какие-то такие сказочно-мирные происходят события. Сразу надо сказать, что ну, бросается в глаза, конечно, Разница между реальным историческим новоходоносором и тем персонажем, который здесь фигурирует в качестве одного из героев повествования книги Даниила. Это бросается в глаза, конечно же, и очень подчеркивает некоторую сказочность сюжета. Итак, вот, первая глава рассказывает нам о том, что царь. Навуходоносор вызывает э, начальника евнухов и говорит, э, чтобы вот из сынов Израилевых, захваченных, приведенных в плен, отобрали некоторое количество э, четырех отроков, чтобы привели ему, у которых нет телесного недостатка, красивых, понятливых для всякой науки, э, смышленых и годных служить чертога царских. Ну вот для какой-то такой украшательной цели, чтобы там у него в чертогах царских были э, красивые юноши, которые еще потом оденут в красивые одежды. Э, да, ну и все там приходящие к Вавилонскому царю будут ахать и говорить, ой, какие у него там красивые евреи служат при дворе. Ну вот, реально, конечно, рабство Вавилонское, было совсем другим, было временем голодным, унизительным, и э, иудеи все время подвергались насилию, и никто не звал их служить при дворе после Навуходоносора. Когда держава потомков Навуходоносора будет разрушена персами, там да, там персидские правители э, использовали иудеев в Вавилонии потому что это давало им там некоторые возможности и политико-экономические разные, но не при реальном наукодоносстве. Но здесь перед нами такой вот царь, э слегка, да, можно было бы его на назвать царем-салтаном. Вот такой вот персонаж. Вот он говорит, давайте, откормите мне, чтобы они были красивые, румяные там, и велел царь давать им ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил. Ну, вот, да, тоже, понимаете, исторический новый худоносор да, захлебнулся бы в этом вине, но не дал бы его никаким иудеям, ни за что на свете. Ну, понятно, что это... Это сказка, это должна быть где-то на фоне мелодия на флейте из «Тысячи одной ночи». Конечно же, понимаете, так вот пока развивается сюжет, и вот приводят из сынов иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и их переименовывают, да, так тоже бывает, их переименовывают, и вот должны начать откармливать. И тут один из этих отроков, Даниил, собственно, его именем потом и надпишут всю книгу, один из них положил в своем сердце не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и просил начальник Евнухов, чтобы ему не оскверняться. Ну, обратите внимание, что пророческих книгах и в пророческую эпоху, особенно в эпоху предпленную и в эпоху плена, осквернением все же считается либо поклонение чужим богам, либо нарушение нравственных заповедей, нарушение призыва любви, любить ближнего как самого себя, призыва да не будет у тебя иных богов перед лицом моим, осквернение для более ранней эпохи, чем, скажем, там 4 пятый век. Все же есть прямое нарушение заповедей о единобожии и о любви к ближнему. А здесь книга Даниила свидетельствует уже, по крайней мере, здесь в первой главе, свидетельствует возникновение того, что скорее следует назвать законническим подходом и, самое главное, вторжением в иудейское сознание идеи ритуального осквернения, чистоты и осквернения которые постепенно становятся более важными, чем милосердие к ближнему или верность Богу. Вот это избегание осквернения быстро и прочно становится центром внимания монотеистов. Ну, то есть, если вообще по совести то эта проблема вовсе не кончилась с появлением фарисеев и танаев в раннюю после эпоху. И христиане вляпываются в это с большой легкостью и большим энтузиазмом, точно так же, не думая о том, что там, Бог дает заповеди о любви к ближнему, там не убивай, не лги, не кради э и не поклоняйся ерунде. А вместо этого думают о том, что в какой день можно есть, в какой день можно работать или нельзя работать. Ну и такие тому подобные всякие третьестепенные вещи. Вот здесь в этой первой главе Даниила которые все же, видим, рождаются действительно где-то в начале минус второго века. И вот мы видим, как в иудейском сознании уже эта мысль присутствует. Оскверниться а ⁇ это не значит сделать подлость. Оскверниться а ⁇ это не значит подчинить свой нравственный выбор каким-то глупым идеологемам. Оскверниться значит съесть что-то некошерное. Ну вот так. Тем не менее, для автора книги Даниила это танк. И поэтому вот он рассказывает, как драматический поворот сюжета, что Даниил не хочет оскверняться. А Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника Евнухов. То есть этот начальник Евнухов не стал делать из этого какой-то особо большой скандал. Единственное только, что он говорит, ну, интересно, мне велели вас откормить, вы должны быть толстенькие, красивенькие, румяненькие, а вот если вы сейчас вот так вот начнете питаться, да, кошерно, а -по, по факту это для них означает одни овощи, потому что все остальное там не кошерное получается, то вы будете тощи, и царь мне за это, меня накажет. Накажет. И э, Даниил говорит, ну давай попробуем. Вот дай 10 дней, попробуем, ты посмотришь. Хорошо. Вот они пробуют, и это один из таких... Мотивов первой главы важнейших, что после поистечения этого времени они оказались красивее, и телом они были полнее тех отроков, которые питались от царского стола. То есть они тоже не, не с базарной помойки кормились а от царского стола. Но тем не менее, те, которые соблюдали, кашруты не осквернялись этими самыми царскими яствами, вот выглядят значительно здоровее и красивее. Опыт удался. Автор таким образом рассказывает эту замечательную сказку. Сказку не в том смысле, что это неправда. Здесь вообще как бы правдоподобие никто и не думает даже заботиться сказку, потому что это способ, жанр рассказать некоторую важную мысль, ее проиллюстрировать. Вот надеяться на Бога всегда лучше, чем, чем даже пользоваться самым прекрасным даже этими царскими яствами. Бог не посрамляет тех, кто на него надеется и для времен первой половины книги Даниила поздней персидского владычества, и для времен иудеев, живших в царстве Селивкидов, эта идея чрезвычайно важна. Бог не оставляет тех, кто ему предан. Бог обязательно э, дает большую полноту жизни, чем могут дать любые другие, так сказать, источники. Ну и еще к тому же вдобавок автор пишет о том, что Бог даровал этим четырем отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал видеть видение из всякие видения и сны. В дальнейшем развитии сюжета это оказывается важно, потому что с какой, собственно, стати потом там Даниил фигурирует в качестве представителя или члена корпорации мудрецов. Вот потому что Бог дал им мудрость в 10 раз больше и во всяком деле мудрого разумения царь находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов какие были во всем царстве его. В 10 раз. Не задаем себе вопроса, каким образом измерялась мудрость этих самых отроков иудейских и вавилонских мудрецов, чтобы можно было сказать, что они в 10, а не в 9 и не в 11 раз мудрее. Намного, намного. Да? Вот что-то такое, что невозможно объяснить. В конце концов, понимаете, когда один человек поднимает 100 килограмм, другой 108, ну, не так велика разница, чтобы это нужно было объяснять. А здесь разница гигантская, которая не может быть объяснена естественными причинами. Вот что тоже очень для автора важно в этом сюжете. Они гораздо лучше выглядят и мудрее в 10 раз. В 10 раз. Так что э, иначе, чем реальным даром от реального Бога, это объяснить невозможно. Вот, собственно, основное содержание первой главы книги Даниила. Бог всегда надежнее, и то, что он дает, всегда во много раз больше, того, что можно было бы найти в человеческом мире. А дальше будут разворачиваться, собственно, сюжеты весьма драматических приключений этих отроков в «Царственного худоносора».